Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy Tab S8, как это устройство подготовить к использованию. Но для начала нажимаем старт, затем выбираем язык, конечно же русский, нажимаем далее, затем нам предлагают подключиться к мобильной сети, то есть ставить сим-карту, но если же нет, у нас нет при себе сим-карты, можем этот шаг пропустить и просто нажать далее. Затем принимаем условия использования лицензионного соглашения, нажимаем далее. Затем тут можем какие-то галочки убрать, можем их оставить, но я на самом деле думаю, вам не стоит этого делать, не знаю, не уверен. Поэтому я просто приму и пропущу этот шаг. Затем вам предлагают подключиться к Wi-Fi, но если же у вас нету никакой открытой сети Wi-Fi, можете пропустить данный шаг и подключиться к нему позже. Затем вам предлагают скопировать приложение и данные. Вы также можете этот шаг пропустить и сделать это позже. Затем настраиваем дату и время. Затем здесь все галочки убираем, это железно. И нажимаем принять. Затем вам предлагают настроить защиту планшета, но также можете этот шаг пропустить и сделать это позже в настройках. Или же вообще этого никогда не делать. Следующим шагом вам предлагают зайти в аккаунт Samsung. Также можете пропустить этот шаг и зайти в него позже. И настройка завершена. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.